С 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Считается, что видите, то есть при помощи надписи, что Бахмут — это Украина, Украина по надписи. Парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, сука. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше.